С 1 мая ОдессаГаз получил сообщение от оператора газотранспортной системы о том, что бытовые потребители газа переходят к поставщику последней надежды. А далее приказом Министерства энергетики Украины было закреплено, что все потребители, которые перешли к поставщику последней надежды, автоматически переходят к газопоставляющей компании «Нафтогаз Украина». То есть, таким образом, все бытовые потребители сейчас, у них поставщик природного газа, газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины». Никакой информации по причине перехода ОдессаГаз не получал, то есть законодательным документом это не закреплено. То есть ОдессаГаз никто не информирует о причине перехода данного. Что нужно сообщить всем нашим абонентам? Что номер лицевого счета с ОдессаГаз, именно с ОдессаГаз, не изменился. Оплату за распределение природного газа нужно осуществлять так же, как и ранее, по тем же расчетным счетам, которые были указаны в квитанциях до этого, а также мы продолжаем также выставлять квитанции нашим абонентам и по сегодняшний день. То есть расчетные счета не изменились. Оплата за распределение природного газа осталась. Также хотелось бы сообщить, очень важный вопрос, это показания счетчиков. Показания счетчиков необходимо передавать с 1 по 5 число также ОдессаГаз. То есть не поставщикам газа, а именно ОдессаГаз. Также хотел бы обозначить, что при смене поставщика универсальный, так сказать, лицевой счет, по которому можно найти свой лицевой счет у другого поставщика, это так называемый EIS-код. Что это такое? Это энергетический код, который закреплен за каждым потребителем, за каждым пунктом потребления потребителя, и который является универсальным для всех участников рынка. То есть, зная свой энергетический код, потребитель может найти свой лицевой счет у другого поставщика, в данном случае у газопоставляющей компании «Нафтогаз Украина». Данный код, он указан в заяве приеднания до договора распределения природного газа. Если такова имеется у потребителя на руках, можно там увидеть этот код. Если нет, также этот код можно увидеть в личном кабинете, зарегистрировавшись на официальной странице ОдессаГаз. Также он обозначается в квитанциях на распределение природного газа. Вся информация о данной ситуации, а также что необходимо абоненту делать, освещена на сайте официальном ГК «Нафтогаз Украины».